Всем привет, дорогие друзья! С вами Юрий Синицкий, и вы смотрите канал «Вдох-выдох». И мы продолжаем исследовать различные тональности на диатонической гармошке, параллельно внедряя бенды и овербенды в нашу игру. Сегодня мы будем играть мажорную пентатонику в тональностях до, ре, ми, фа, соль, ля и си. Посмотрим, как это играется в одной октаве, в максимально низкой, насколько это возможно, на нашей гармошке. Для начала давайте вспомним, как у нас строится пентатоника. Посмотрим на примере до мажор. Для того, чтобы получить мажорную пентатонику, мы должны избавиться от двух нот, чтобы получилось 5. Мы должны избавиться от четвертой и от седьмой ступени. В случае с до мажором это у нас будут ноты фа и си. Таким образом, пентатоника в до мажоре у нас будет звучать так. Ре мажор. Вспомним, как играется гамма. Выкидываем четвертую и седьмую ступень. Едем дальше, вспомним, как играется гамма ми мажор. Выкидываем четвертую и седьмую. Фа мажор. Вспоминаем гамму. Пентатоника фа мажор. Гамма соль мажор. Пентатоника соль мажор. До, ре, ми, фа, соль, ля. Ля мажор. Пентатоника, ля мажор. Ну и, наконец, моя самая любимая тональность на домажорной гармошке, си мажор. Вспомним, как играется гамма. Пентатоника си мажор. Играю эти упражнения я на губной гармошке Zydel Blues Session Steel, которая была откастомизирована Алексеем Корминым. Тут нужно отдать ему должное. Дело в том, что на других гармошках в до мажоре, которые у меня сейчас есть в наличии, не получается так легко брать бенды и овербенды, поэтому данное упражнение я проделываю только на ней. Ссылочку на Алексея вы найдете в описании. Если захотите заказать у него кастом, передавайте от меня привет. Ставьте лайк, если это видео показалось вам интересным. Напишите в комментариях, в каких тональностях и позициях вам удалось повторить то, что я сейчас играл. Ну а также, какие лады, нотные последовательности, ну а может быть даже мелодии, вы хотели бы, чтобы я разобрал вот так же в нескольких тональностях на одной гармошке. На сим прощаюсь, с вами был Юрий Синицкий, до новых встреч, пока!